Ну, давай. Торгові ятки буквально заполонили Черкаси. Вони з'являються ледь не на кожному перехресті. Ось тут, на Новопричистинській, вже 1, 2, 3, 4, 5 кіосків. І не факт, що це кінець. Торгують тут і солодощами, і напівфабрикатами, і навіть м'ясом. Виконком плідно попрацював, дали дуже багато дозволів, частина нових об'єктів розмістили, частина узаконили ті старі, які там кілька років стояли. Ситуація касательно кіосків в нашому місті, в місті Черкаси, вона достатньо складна і проблематична. У нас у некоторых предпринимателей аренда позаканчивалась еще в 2009 году. Предприниматель приходит в міську раду, ему там на салфеточке рисуют, что для того, чтобы продлить договор аренды земли, нужно заплатить там определенную сумму. Значит, суммы варьируются там от 5 до 10 тысяч долларов за каждый киоск. Если предприниматель не хочет давать деньги, значит, его объявляют, что он стоит незаконно. Зовут меня Владимир, фамилия Пилявский, предприниматель по неволе. Приходится заниматься предпринимательской деятельностью, потому что пенсия всего-навсего 1200. Так что работаем до того случая, пока не приедут, начнут сносить сам Давиденко, начнут это делать. А пенсионерам как? Ну что сделаешь? Хотя у меня убрать, кого-то другого поставить. Рядом он совершенно аромат уже стоит, поставил. Совершенно недавно. А где нельзя стоять? Ну, наверное, не принес не все документы, а особенно, наверное, зеленые. Да, дополнение такое к документу. Называется, как он называется? Дополнительный договор. Додатковый договор зеленого цвета. Если мы говорим о деятельности чиновников мэрии, то она абсолютно ни в какие рамки не залазит. Там по цій дуже одрозній фігурі, і у мене питання до депутатів. Скільки таке буде відбуватися? Посмотрите, что же творить. Свинюшник везде. Стадіон, вообще компаси. Они предприниматели снимают, на этом месте ставят других киосков. Такой момент сказал, что ты его убираешь и ищешь место альтернативное этому где-то в центре. О, я его убрал, выполнил как бы свое обещание. На что выконком, ну, много денег уже мной было потрачено на документы. Скажем, 3 рабочих места мне пришлось, скажем, уволить людей, они без работы. Виконком так мені місце альтернативне і не дав цьому. Стоїть незаконно, вибачте, такого визначення недостатньо, повинно бути рішення суду. Ми знаходимося в центрі, возле драмтеатра, ремонт которого ведеться на перекрестке Дашкевича Шевченка. Судьба предпринимателей на Украине складывается зачастую так, что они вынуждены ходить по судам, открывать криминальные производства, бегать прокурорам разного ранга, от областного до городского. И все это связано с непонятной какой-то войной с местными властями. В 2014 году вот этот киоск был демонтирован местными властями. После 1,5 лет такой беганины по решению суда, опять же, было признано, что действия местных властей были незаконны. Поломанный, раскуроченный киоск я восстановил, поставил сюда, на это место. Пытаюсь получить документы, но, к сожалению, мне постоянно приходят отказы. Проектом реконструкции сквера «Юность» предусмотрены торговые места, но, наверное, скорее всего, их просто раздали своим, а обычным предпринимателям, к сожалению, ничего не дают. Но я считаю, что я имею полное право здесь работать и буду продолжать здесь работать, пока мне не дадут документы. Криминальное производство по поводу этого киоска неоднократно закрывалось. По решению суда с адвокатами мы оспаривали это закрытие криминального производства. Сейчас очередная стадия. Будем обращаться в суд, открывать это криминальное производство, потому что чиновники, которые рушат и грабят предпринимателей и безнаказанно продолжают сидеть в своих кабинетах, так быть не должно и так не будет. То есть мы будем требовать наказания виновных. Чем эта группа 12 человек, прокурора там или сколько их, чем она занималась все эти 6 лет? Найди почему предприниматель 12 раз скасовывает ваши решения, не притягивает их к ответственности? Чем же это вызвано такое прямо желание так выгородить, что 12 раз суд принимает решение, что незаконно вы их не притянули к ответственности? Чего ж мы голословно вас обвиняем? Мы конкретно говорим, вы преступники. Я говорю, прокуроры у нас в Черкасской области преступники. Соизмеримы ли те размеры и суммы? И эффективен ли сам чиновник, который принимает решение в этих спорах обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке?
платя из бюджета города, это с кармана налогоплательщика, каждого жителя этого города, который платит налоги, там, предпринимателя и так далее, и он эти деньги просто выкидывает впустую, при том, что суд апелляционной инстанции, когда рассмотрел дело по сути, он им также отказывает. Мы находимся на улице Сумгайская, 30, рядом с дискотекой «Миллениум». Немного дальше по дороге находится эпицентр. Я предприниматель с 2004 года. С 2006 года осуществляю здесь предпринимательскую деятельность. Это торговля кондитерскими изделиями. В 2014 году рабочая группа из горосполкома приехала, демонтировала здесь мой автотрейлер. И буквально через 2 часа в 2014 году поставила сюда такой же автотрейлер, сколько отличается по цвету от моего, он сначала продавал пиво. Теперь мы видим, здесь находится бистро. После того, как незаконно демонтировали мой киоск, я привез второй павильон сюда, поставил. В принципе, на данный момент, возможно, он считается, что он вне закона, но я считаю, что по справедливости, если убрали одного и на мое место поставили второе, то я в равных условиях здесь должен и буду осуществлять предпринимательскую деятельность до тех пор, пока мне не дадут разрешительные документы. Або мы будем сидеть спокойно за стол переговоров и решать это питання. Иначе не будет никак. Або будет скандал, и вы не будете иметь змогу отримувати кошти в бюджет. Я вам это точно кажу. Вы не демонтуете жоден киоск. Підприємці об'єдналися. Вони зараз не підуть, вони не будуть звільняти людей. Бо всі хочуть покупати хліб насущний. Розумієте ви це чи ні? Здравствуйте, мене зовут Людмила. Работаю я в этой сфере уже 8 лет. Когда был у нас предыдущий мэр Адарыч, и когда снесли незаконно киоск, мы остались без работы. И вот было собрание у нас. А я задала вопрос, почему, ну как мне прокормить семью, даже ребенка, да даже пойти в магазин, потому что я осталась без работы. Он мне сказал: а что, вас устраивает такая маленькая зарплата? Идите на темп работать. Там зарплата 5000. Но сейчас мы можем посмотреть, что с того темпа получилось. Где там завод? Если там супермаркет стоит, стоянки. И большая просьба, Анатолий Васильевич, не сносите магазинчики, ведь не будет где работать. На Азоте зарплату задерживают. Я не хочу платить взятки коррумпированным чиновникам. Вот 1700 штраф вас оштрафовали. Они оплачивают, вот это просто парадоксально, 2500 гривен для того, чтобы апелляция рассмотрела их апелляционную жалобу. Предприниматель Тимошенко Татьяна. Перед выборами Анатолия Васильевича Бондаренко поддерживали всеми силами, развешивали плакаты, раздавали флаера. Обещал поддержать малый бизнес. Не все предприниматели, все мы недовольны, потому что обещания не выполняются. В основном он помогает и дает все новые места своим друзьям и своим депутатам. Моя просьба была бы следующая. Включите, пожалуйста, предпринимателей в комиссию по монетаризации. Добавьте, потому что мы об этом, Александр Анатольевич, исключительно разговаривали на той нараде, на которой и вы бы присутствовали. Это же был такой факт. Мы договорились, а их оттуда выперли. Поэтому я вам скажу честно, я в этой комиссии и не хочу принимать участие, потому что не все договоренности, которые были в администрации, в областной, когда они были выполнены. Это не есть хорошо. Мы имеем то, что они обязаны оплачивать судебный сбор. То есть они, не получив деньги из этого административного штрафа, они получают, по сути, убытки. Но что самое интересное, что чиновник не несет никакой персональной ответственности за то, чтобы
его вот такими противоправными действиями, бездеятельностью, бюджет нашего города, к сожалению, теряет деньги. Они просто разлетаются. Если бы каждый чиновник нес персональную ответственность, как и предприниматель в частности, то я думаю, что ситуация относительно бы вынесения вот этих постановлений, на основании которых привлекают к административной ответственности, она бы была более объективна и рассматривалась объективно. Получается таким образом, что на маленьком продавце, таким, которым являюсь я, завязан еще маленький производитель товаров. В частности, наша группа товаров – это кондитерские изделия. Этот производитель, маленький цех, либо маленькая фабрика, на которой работают десятки людей, не могут себе позволить такой роскоши, как зайти в крупную сеть, например, Сельпо, АТБ и прочее, по причине того, что там существует очень большая срочка платежа. Ему это невыгодно, неудобно, и он работает только с маленькими продавцами. Мы сразу же рассчитываемся за товар, у нас нет никаких возвратов. Когда чиновник захочет снять какой-то или демонтировать киоск или павильон, он должен понимать, что на самом деле завязаны, можно даже сказать, судьбы очень многих людей, которые работают и у продавца, и у производителя. И в нынешней ситуации в нашей стране, когда доллар постоянно растет, нет стабильности, фабрики, заводы все закрыты, это абсолютно неприемлемо, и нужно поддерживать только маленьких продавцов и маленьких производителей. Я Барсуков Сергей Александрович, бывший частный предприниматель, приехал в гости к друзьям в Черкассы, и у нас очень серьезная здесь проблема, не дают людям работать. Вместо того, чтобы работать, платить налоги, они бегают по кабинетам, ищут разные методы, да, как сдать отчеты. Все стало намного тяжелее, а особенно для молодежи. Работы вообще нет. Европа просто сейчас пополняется самыми умными людьми с Украины. Это вообще страшно, да. Молодежь полностью перечеркнули их судьбу. Наше правительство, своей коррупцией и так далее.